Вот в Экштейт обоим на дороге стоит дерево. Если вы видели проект «Колыбельные мира», она там звучит. Мультфильмы такие. На дороге, у дороги стоит дерево, и все птицы с этого дерева улетели. Я говорю маме: «Мама, как бы я хотела стать птицей, чтобы зимой сидеть на этом дереве и согревать его своими песнями». А мама говорит: «Сынок, ты же зимой на дереве простудишься, обязательно оденься потеплее. Надень галоши, надень теплое пальто, замотай шарфом горло». И вот я надеваю все, что сказала мне мама, поднимаю крылья и не могу взлететь. Так мамина любовь не позволила мне стать птицей. Ой, фунвек, штей табой, штей теренгі бой.